1938 году 600 тысяч беженцев пересекли французскую границу, спасаясь от фашизма. Вместо того, чтобы принять, как полагается, изгнанных борцов за демократию, глава французского правительства решает заключить их под стражу. Колючая проволока вместо гражданских свобод. Изоляция по национальному признаку. Мир стал мрачнее. Намного мрачнее. Французские концлагеря с 1938 по 1946 год. Премьера.